Из строя вышел насос и испортил выходные жителям Покровского-1. После обеда в субботу без водоснабжения остались 10 объектов. Среди них 8 пятиэтажных многоквартирных домов и детсад. В районе половины четвертого дня была отправлена аварийная бригада жителей тепловых сетей. Они уже были настроены на работу по отогреванию, соответственно, было с собой взято оборудование для прогрева сетей. Вот, всю субботу до 20 часов проводились работы по отогреванию участков системы холодного водоснабжения. Вот, потом была выявлена причина в том, что насос, погружной насос в скважине, значит, перестал работать. Ночью занимались с 13 на 14 НТТС подготовкой резервного насоса, провели его ревизию. И 14 числа уже в 9 часов утра начали работы по его замене. Сейчас водоснабжение в селе восстановлено, докладывают градоначальнику на вечернем совещании. Ранее Сергей Носов лично посетил село. На устранение аварии было задействовано около 20 человек и 5 единиц техники. К настоящему моменту силами сотрудников предприятия НТТС, УК и управления городским хозяйством насос заменен. Выводы, которые должны сделать наши службы сегодня, значит, они, наверное, касаются планов обеспечения надежности системы водоснабжения. Самое главное, с чем мы, в общем-то, сталкиваемся и сейчас столкнулись, это отсутствие каких-либо документов. В этом вопросе нужно навести порядок, подчеркнул Сергей Носов. В ближайшее время определят организацию, которая будет заниматься системами водоснабжения и водоотведения таких отдаленных микрорайонов, чтобы подобных проблем не возникало в будущем, отметил глава города. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.